Пряжа Fluffy Alpaca – это очень пушистая ниточка, которая состоит на 74% из сури альпака, 22% мериноса и 4% полиамида. То есть это вот такая вот мериносовая нить с полиамидной основой, на которую вплетены вот такие вот волокна от пушистой альпаки. Эта нить очень легко вяжется. В основном она вяжется лицевой гладью, и из нее получаются очень пушистые изделия. Вот, например, образец, связанный из двух нитей на спицах 6 мм. Видите, что он очень пушистый. Например, после стирки его можно расчесать вот расчесочкой для животных и восстановить пушистость. Из этой пряжи получаются тепленькие шапочки, можно связать снуды, можно также вязать шарфы, свитера. Одежда это будет очень приятная к телу, очень нежная, очень мягкая.